Всем привет! Фрезерую ножки под филенку, под вставку кроватной ножки. Ножки, значит, по одной каретке. Вернее, не ножки, а каретка одна длиннейшая, выше, другая ниже. Соответственно, фрезеровки одна больше, другая меньше. Фрезерую на своем устройстве. Отделим. Вот. Здесь как бы длины не хватает каретки фрезеровать, поэтому вот с передвижечкой все ножки прогнал, короткие, потом длинные, потом переставляю длинные, дофрезеровываю еще один раз. Вот. Сейчас нужно мне будет вот до этой черты дофрезеровать. В общем, делается это вот так вот. Ставлю по отметке по своей. Вешу шланг вытяжки, немного спасает он.